Как вы попали сюда? У вас сложности были попасть вот, да, в да, поликлинику? Да, было, конечно. А в чем сложности заключались? Нет, про направления какие-то возникали? Ну, всяко бывает. Выявить заболевание в поликлинике и сразу же направить на лечение в профильную больницу. Так в идеале должны работать все звенья медицины. Отметил во время визита в Алтайский онкодиспансер министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Это высшее мастерство врачей всех этапов, и амбулаторно-поликлинического, и стационарного. Потому что здесь специализированная помощь, и ждать и продолжать лечение на амбулаторном этапе здесь не нужно категорически. Федеральный гость впервые в Барнауле. Прилетел проверить реализацию нацпроекта. Следующий важный пункт в расписании – 14-я поликлиника. Министр предложил развернуть здесь еще и отделение реабилитации. Однако в почти достроенном здании места не оказалось. Наверное, все-таки вряд ли. Почему? Скажу, проговорил, что за последнее увеличилось на 5 тысяч. Мы уже сейчас смотрим… население. Смотрим, что нам нужно будет перераспределять кабинеты, добавлять в том числе и под узких специалистов, потому что население выросло, и под участковых терапевтов. Отделение реабилитации попробуют разместить в одном из старых корпусов. Кстати, в ходе рабочей поездки министра здравоохранения стало известно, что Алтай получит 8,5 миллиардов рублей на развитие первичного медицинского звена. Высокоточное такое крупное оборудование, там 87 единиц у нас предусмотрено по программе до 2025 года. Приобретение и установка, первые 47, если мне память не изменяет, рентген аппаратов в ближайшее время будут установлены в наших лечебных учреждениях. Посетил высокий чиновник и образцово-показательную поликлинику номер 9. И даже похвалил руководство учреждения за дистанционную работу с гипертониками. Пациентам с высоким давлением выдают тонометр, а показатели с него автоматически поступают в информационный центр. Если он попадает у нас в красную зону, к нам приходит сообщение в планировщик, что данный пациент, с ним необходимо созвониться. И доктора сегодня констатируют, что среди той группы пациентов, которые используют такой мониторинг и педантично принимают лекарственные препараты, фактически острых состояний удается избежать. Лечение на высоком уровне, отметил гость во время экскурсии по краевому кардиодиспансеру. Другое дело, когда пациенты сами не принимают препараты. Вот один пациент, и мы его спросили, почему не сделал. Он говорит, наверное, это авось. Когда мы с ним проговорили и следующие шаги, какие он должен сделать, мы его спрашиваем, вам понятно, что вам это нужно сделать, чтобы еще более тяжелого осложнения наступило? Он ответил, я подумаю. Нам, честно говоря, обидно, потому что мы реально можем даже небольшими советами, образом жизни, лекарственной терапией спасти большое количество людей. Не используют жители бесплатные методы профилактики, отметил министр. Например, та же вакцинация против коронавируса могла бы минимизировать осложнения от ковида у сердечников. Пациенты, получившие вакцинацию, во-первых, крайне редко болеют, а если и заболевают, то течение заболевания идет чаще всего в легкой форме. Как можно спорить с людьми, которые не основываются на данных статистики, на данных медицинских наблюдений? Ну, на мой взгляд, это схоластика, бессмысленный спор. На сегодняшний день десятки миллионов человек по всему миру уже привиты российскими вакцинами. Так, например, в Сан-Марино, именно эту республику привел в пример Мурашко, основная часть взрослого населения вакцинирована спутником ВИ. Результат – все ковидные госпитали в небольшом государстве закрылись, людей, нуждающихся в госпитализации, нет. А тем временем в России, в частности в нашем регионе, ковидные госпитали только заполняются. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.